Так, сегодня будем клеить стекло. Ты еще раз это делал. Ну и еще один раз придется. Стекло будет очень хорошим. Черной окантовкой. В принципе, таким способом можно поклеить любое стекло. Что нам для этого надо? Ну, тут у нас, в принципе, все в наборе есть. Салфетка протереть, вытянуть. Само стекло. Наша задача его поклеить так, чтобы оно ничему не мешало. Поэтому чехол придется снимать. Примерить лучше заранее. Снимаем чехольчик. Разблокируем. Ну и, соответственно, надо будет его вытереть сейчас. Вытирать будем спиртовой салфеткой. Потому что статика собирает очень много пыли. В кармане. О, как разошлось. А сколько грязюки-то, собственно. Этап номер два. Открываем салфетку. Здесь у нас сухая салфеточка для протирки стекла, липкая лента, ну и, соответственно, влажная. Все подписано. Также нам понадобится скотч. Скотч, не жалея, отрезаем, выравниваем его, ну и, соответственно, наклеиваем. Как-то плоховато с этой стороны наклеивать. Вот так вот наклеили. То, что он там неровный, это все равно. Здесь у нас есть наша пленка из завода. Хорошая такая, силиконовая. Ее убираем. Берем салфетку для монитора. Аккуратненько вытираем. Убираю все разводы, все полностью убрали. Далее нам надо запустить телефон для того, чтобы приклеить пленку. И берем ее, приклеиваем, фиксируем. Теперь это дело все откидывается. Салфеточкой еще раз протираем. Ну и тряпочкой вытираем все. Лучше работать, конечно, в перчатках и в ванной, предварительно включив воду, чтобы она осадила, через душ даже можно, осадила всю пыль. Теперь мы убираем
защиту со стекла. Аккуратненько. Вот. Ну и, собственно говоря, начинаем быстро выгонять все это дело. Вот. После того, как выгнали, можно отклеить скотч. Он нам больше не понадобится. В принципе, и все. Берем одну наклеечку, подготавливаем. Нашу наклейку и обрабатываем с двух сторон. Выгоняя пузыри воздуха. Далее можно взять любую пластиковую карту и проделать точно такую же манипуляцию. Чтобы весь воздух вышел. С первого раза может не получиться, поэтому стекло можно переклеить несколько раз, пока не добьетесь нужного эффекта. У нас есть еще одна штучка. После того, как весь мусор собрали, переходим к установке. Ну вот и все. Ну и если вы все сделали правильно, то у вас останется коробка с мусором, которую нужно будет выкинуть. И вот такая вот тряпочка для протирки линз. Но она подходит для экранов, для
того, чтобы протереть очки, вы можете протереть камеру, все что угодно. В общем, как-то так. Всем пока.